Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы вновь отправляемся на нырялочку за блёснами. Значит, сегодня мы выбрали такое место интересное, там большая яма. Идти до нее долго, там вот такой спуск. Спускаться-то легко, а вот подниматься очень, конечно, тяжело. Значит, погода сегодня хорошая, плюс 17 градусов, поэтому переодеваемся без палаточки, комфортно. Обещали вообще дождь. Я сначала приехал в одно место, где много рыбаков рыбачит. Думаю, ну дождь будет, сейчас всех выгонит, и я там поныряю. Приехал, там народа сплошняком стоит. Ну ладно, оставим это место, когда будет дождь, туда приедем, поныряем. Ну а пока переодеваемся и двигаем на нырялочку. Такая хорошая яма, всего одна блесна. Но мы не сдаем, сейчас перейдем в другую яму. Thank you.
итог нашей сегодняшней нырялки. В первой яме одна блесна, вторая яма дала хорошо приманок. Такие приманки достойные. Вот хигаши впервые встречаю, такая вот интересная блесна. Куасамы, финские блесна, вот такие блесна. Ну, тут много интересных блесен. Также кто-то на зимние блесенки рыбачит, 3 штучки их нашел. Ну, остальные тоже нормальные блесна. Вот такие спуны. Вот, на что еще ловят, впервые встречаю. Ханкук, смотрите. Это в море, наверное, надо рыбачить, но не здесь. Значит, еще приехал в 2 ямы, везде стоят рыбаки. Ну, понятно, выходной день пришел, в одну посмотрел на людей, ушел, еще в одну пришел, посмотрел и в итоге поехал. Ну, я считаю, более-менее. Все, дорогие друзья. Встретил окуней много. Вот такие окуни хорошие, крупные. Форелек несколько штучек и все. Ни горбуши, ни семгу сегодня не видел. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.